Продолжает выпуск «Афиша выходного дня». Далее расскажем о самых заметных событиях субботы и воскресенья. 1 февраля в 19 часов КДЦ Высоковска приглашает на квартирник. Свою программу представит специальный гость из Солнечногорска Кирилл Лопардин. Артист исполнит авторские песни, а подхватить микрофон приглашают всех желающих. Заявку на участие можно подать через страничку ВКонтакте «Квартирники в Высоковске». В музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в эту субботу выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра. Концерт состоится в рамках фестиваля искусств «Русская зима». За дирижерским пультом Даниэль Райскин. Начало в 14 часов. Плохая погода – не повод скучать дома. Семейный вечер «Мир настольных игр» 2 февраля организуют в КДЦ Высоковска. В программе шашечные и шахматные турниры, игра «Моя семья», «Морской бой» и другие. Принять участие приглашают большие и маленькие компании. Начало в 16:00. Никаких математических расчетов. Все, что нужно – включить воображение и не ограничивать полет фантазии. Вам понравилось? Тогда вперед готовиться к 5-му клинскому турниру настольных игр. Тренировка пройдет в Клинской центральной городской библиотеке 2 февраля. Захватите друзей! Начало в 15:00.